Сегодня Беларусь отмечает День защитника Отечества и вооруженных сил. С праздником солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров, ветеранов и соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко. Беларусь уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов. В республике создана надежная система безопасности, осуществляется дальнейшее укрепление вооруженных сил. Особые слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны говорится в поздравлении. Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества и вооруженных сил Беларуси прошло во Дворце Республики. По всей стране стартовал проект Белорусского республиканского союза молодежи «Выбираем студотряд». Чтобы стать частью команды строителей, экологов, педагогов или медиков, нужно лишь заполнить анкету. При этом зарабатывать можно как во время летних каникул, так и круглый год. Тысячи студентов уже определились с планами на лето этого года, а трудовой сезон 2016 объединил порядка 70 тысяч волонтеров. Интерес туристов к Беларуси с введением безвизового режима значительно возрос. Первые итоги работы упрощенного въезда в страну подводят эксперты профильных министерств. Напомним, для граждан почти 80 стран с 12 февраля действует 5-дневный безвизовый режим пребывания. За это время в Беларуси уже побывали более 1500 иностранцев. Туристические компании разработали пакеты предложений на 5-дневный отдых и экскурсии по нашей стране. Эксперты рассчитывают на развитие гастрономического и промышленного туризма. Также в МИД Беларуси не исключают увеличение срока пребывания до 14 дней.